Вот и новый сериал, который Джан Яман снимет для Disney+. Джан Яман очень скоро приедет в Турцию для съемок своей новой драмы. Снято для Disney+. Производством сериала занимается Айяпым. Сюжет сериала появился. Продолжая свою карьеру в Италии уже более года, Джан Яман будет снимать новый фильм для Disney+. Сериал будет называться «Элтейрка». На самом деле анонс сериала, который будет наполовину вымыслом полуреальностью, на самом деле. Мы сделали это на нашей странице несколько месяцев назад. Однако на тот момент проект был еще в самом начале, в сериале. Было неясно, кто будет играть и где это будет транслироваться. Действие сериала под названием «Эль-Турка» будет происходить во время османской осады Вены. Телесериал, историк и автор. Он будет адаптирован из романа «Эль-Турка» Орхана Йенераса. «Четыре Османской империи». Его книга. Во время правления Мехмеда. Он рассказывает иностранцам об осаде Вены. «Эль-Турка» рассказывает о следах турок в деревне под названием Эмойна в Северной Италии. Ваша книга. Презентация включает в себя следующую информацию. Поездка в эту деревню, где никто не говорит по-турецки, станет поездкой всей вашей жизни. Вокруг тебя. Вы будете удивлены, увидев такие знаки, как турецкий дом, турецкая улица и турецкий кофе. Буду продолжать путешествовать. Если да, то бюст бородатого янычара и чалма на мраморном постаменте. Поприветствует вас. Интересно, что турецкий флаг с полумесяцем и звездой на постаменте бюста. А слово «турецкий» выделено на видном месте. Если вы поедете в деревню в августе. Если вы пойдете, люди наденут турецкую национальную одежду и выйдут на улицы с турецким флагом в руках. Вы видите, как они разливаются. Показывая бюст одному из жителей, кто это? Он наш предок, мы. Они скажут, мы тоже турки. Так кто же этот турок? Во время второй осады Вены Эмейном. Офицер османской разведки Балабан Ага, которого нашли и спасли раненым, поселился в этой деревне. Он организовал успешное крестьянское восстание против сюзеренов, плативших народу дань. Этот. Вторая осада Вены в документальном романе, рассказывающем необыкновенную историю Балабана Аги. Вы также прочтете неизвестные аспекты.